Жарко, но очень ветрено сегодня в столичном регионе. Синоптики предупредили о сильных порывах до 20 метров в секунду. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Дискомфорта может добавить и резкое снижение атмосферного давления. Ну а завтра Москву накроет волной холода. Подробнее о предстоящих перепадах температуры поговорим с Марией Саушкиной. Мария, здравствуйте. Каков прогноз на ближайшие дни? Здравствуйте, Денис. Прогноз неутешительный сегодня. На смену 27-градусной жаре и мощному антициклону, благодаря которому установились такие вот ясные дни, придет холодный атмосферный фронт из скандинавских стран. Температура будет стремительно понижаться. Произойдет резкий скачок атмосферного давления. Из-за этого контраста давления и температур ожидается шквалистый ветер в Москве до 22 метров в секунду. Уже объявлен желтый уровень опасности. МЧС рекомендует не парковаться вблизи деревьев, избегать шатких конструкций. Ну и по возможности, если шквалистый ветер застал вас за рулем, то остановить автомобиль, но ни в коем случае не покидать его. Также синоптики прогнозируют, что в скором времени, уже в ночь на пятницу, ожидаются заморозки. И вот какие еще прогнозы есть на начало лета? Несмотря на то, что первый день лета будет холодным, температура будет ниже нормы на 4-5 градусов, все-таки, начиная с субботы, температурный фон будет повышаться. Уже днем температура будет около 20 градусов в субботу, а в воскресенье и более этого, около 23-25. Погода станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. Резкие скачки атмосферного давления, кроме всего прочего. Тополиный пух, который в этом году появился раньше срока, станет настоящим испытанием. Будет проверять на прочность аллергиков. Но вот все-таки синоптики утверждают, что с началом лета установится такая ровная, теплая погода. И, наконец-то, уже не будет для нас таких серьезных испытаний. Денис. Спасибо. О погоде в ближайшие дни рассказала Мария Саушкина.